Изнемогая от тяжелых ран, в свои трущобы отступал кабан. В чужие вторгся он владенья, но был разбойнику отпор достойный дан, как поднялось лесное население. Сороке довелось в ту пору пролетать над полем боевых событий. И кто бы мог бы ожидать такой сорочьей прыти? Сорока, сев на ель, вдруг стала стрекотать. «Так, так его, гоните кабана! Мне с дерева видней, он не уйдет далеко! Я помогу, коль помощь вам нужна, а вы ему пока поддайте сбоку!» «Дивлюсь я на тебя!» Сороке воробей сказал. «Ты только прилетела, а трескотней своей, ей-ей, всем надоесть уже успела!» «Ответь, мой свет!» Сорока воробью в ответ. «Что толку, если б я молчала? А вот придет конец войне. Глядишь, и вспомнят обо мне, и скажет кто-нибудь: сорока воевала!» Сороки выдали медаль. А жаль,